я хочу купить! Отдайте! Девушка, здравствуйте! Скажи всем привет! Итак, мы сегодня будем играть во что? В магазин, да? Так, будем играть в магазин. Подожди, у меня есть вот такая корзиночка. Я пришла за продуктами. Вы кассир, правда? Так, чай взвешивайте. Сколько он там весит? Угу. Посчитайте вот здесь, вот сколько с меня нужно денег взять. Так. Угу. 100 грамм чай весит. С меня сколько? 50 рублей, правильно? Хорошо. Держите вам монетку. Мама. О, вы мне денежки даете? Какой чудесный магазин. Покупаешь продукты, тебе еще и денег дают. И ни за что платить не надо. Замечательный магазин. Можно забирать? Нет. Как это? Отдайте, пожалуйста. Отдайте, пожалуйста, чай. А, я поняла, у вас сервис на высшем уровне, вы все складываете сами в корзинку. Мама. Ой, спасибо, спасибо. Ой, а это что у вас, вкусный гамбургер? Я. Картошечка фри. Попробуйте, вкусно? Нет. О, эй, вы что, собрались сами есть? Нет, я хочу купить. Отдайте. Отдайте мне гамбургер. Вот это наглый кассир, все сам хочет слопать. Так, сколько там получилось на весах? Ага, давай-ка посмотрим. Так, 300 грамм, почему там баклажаны нарисованы? У вас что, гамбургер с баклажанами? Да? О, эй, кто так вытирает сопли? Все, я забираю гамбургер. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Очень вкусно. Так, можно? Конечно же, я хочу на десерт клубничку. Можно? Нет. Взвесьте мне одну, пожалуйста. Нет. Курочку мне нужно? Нет. Что, она по акции сейчас идет? Нет. А чипсы дайте? Очень хочется чипсов. Можно? Нет. Почему нельзя? А шоколадку дайте? Нет. Может, конфеты у вас есть в продаже? Нет. А, есть конфетки. Вот можно одну такую? Нет. Я хочу купить. Я вам денежку нет заплачу. Нет. Клубнику можно? Так, сколько она весит? Угу. 50 грамм. Хорошо, спасибо. Держите денежку вам. Не маме. А, это мне, да? Понятно. Да. Спасибо вам большое. Так, а можно мне еще мягкая игрушка понравилась? Можно зайку купить? Нет. Пожалуйста. Шоколадку можно? Да. Спасибо, давайте. Так, сколько она там получилась? 30 грамм плиточка, да? Маленькая шоколадка, спасибо. Нет. Спасибо вам большое. Играю. Спасибо. Вот вам за это монетка. Спасибо. Положите в кассу. Ой, какие у вас тут красивые камушки лежат. Да. Вот это да. Это мне. Курочку еще хотите отдать? Давайте, давайте курочку. Угу. А что это, какие-то съедобные конфетки? Да? Нет. Да? Нет. Ого, это какие-то новые конфеты. Я такие еще ни разу не пробовала. Можно одну попробовать? Нет. Давайте. Нет. Дайте одну конфетку. А ну-ка, отдайте одну конфетку. Нет. Отдайте, 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 отдайте. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-н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 ям. Какая вкусная. Можно мне зайку вон того? Почему? Сок? Нет, не хочу сок. Дайте зайца. Вот такого можно? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я заберу зайца.
Ну дайте, пожалуйста. Нет. Нет. Ну ладно. Так, ну что у вас еще здесь? Ой, слушайте, у вас такой бардак в магазине. Все разбросано, все раскидано. А мороженое можно у вас купить? Да. Дайте, пожалуйста, мороженое. Да. Давайте. Ой, это... Нет, я сок не хочу. Не-не-не, спасибо. Вот круассан можно? Да, круассанчик. Ну или пончик давайте. Давайте. И еще, пожалуйста, дайте мне сардины в баночке. Я знаю, они очень вкусные у вас. Вот, и складывайте мне все вот в эту корзиночку. Хорошо? Так, посчитайте, сколько там получилось по деньгам. Сколько выходит? Угу. 5 монеточек надо? Ой, можно картой заплатить? Давайте. Так. Опа. Все, прошла оплата? Ура! Прошла оплата, здорово. Так. Все, давайте скорее мои круассаны. Хочу их съесть. Ага. И все, я их купила уже, оплатила. Ой, смотрите, как много у меня покупок. Вкусный чай. Здесь много-много пакетиков. Обожаю клубнику. Какая вкусная. Я говорю маме. Там много чайных пакетиков. Нет, нет, я же купила этот чай. Не-не-не, я вам не дам. Это мой чай теперь. Дайте, пожалуйста, зайца. Дайте зайца. Ой, спасибо. Вы такая добрая. Ну, дайте, пожалуйста. Нет. Ну, ладно. Ну что, хороший у нас сегодня шопинг получился. А можно еще, пожалуйста, курочку? Курочку. Дайте, пожалуйста, курочку. Ой, а я у вас нашла, знаете что? Такой классный набор с ММДМСом. Продайте мне его тоже, пожалуйста. Пикните его. Я знаю, вот у вас же две кассы, вы можете пикать еще заодно, да? О, класс. Держите, пикните мне, пожалуйста. Девушка, пикните, пожалуйста, мне ММДМС. Вот этот вот. Вот, пожалуйста, вот так. Пик. Ой, что там, тоже деньги? Ого, как много здесь денег у вас лежит. Вот это да. Большой у вас магазин, прям супермаркет целый. Ой, поскорее бы уже домой. Хочу очень съесть этот гамбургер вкусный. И пончик, и батон. Вообще, ребят, это, конечно, не очень здоровая пища, но иногда, очень редко, можно съесть вкусный гамбургер. Да, Сонь? Так, большую кассу вы убираете. Что же делаем дальше? Можно мне курочку, пожалуйста? Можно курочку? Давайте. Крем. Ой, точно, и крем-крем тоже. Пробейте мне, пожалуйста, еще крем-крем. Ну, пробейте мне крем-крем. Очень хочется. Пожалуйста. Не-не-не. Нет, почему? Нет. Вы сами его съедите? Кассир куда-то ушел. Поэтому я сейчас возьму, сама себе пробью курочку. Тут такой магазин самообслуживания. Так. Еще возьму себе вот такого зайца. Какой хорошенький заяц. Так, а еще я возьму себе, как и хотела, банку сардин и ММДМС вертолетик. Дочке очень понравится такая игрушка. Смотрите. Ну что, вот такой у меня улов сегодня в супермаркете. Можно спокойно идти домой, готовить из всего этого еду или просто вкусно поесть гамбургер. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, товарищ кассир, вам все понравилось сегодня? Хорошие были покупатели, да? Крем-крем.
Крим-крим тебе надо? Да. Угу. Ну пойдем есть крим-крим. Скажи всем пока. Пока. Поцелуйчик.